Московской консерватории есть студия, которую я особо ценю. Это студия новой музыки под руководством Владимира Григорьевича Тернопольского, которая создана давно, работает успешно и имеет международную известность. Я просто горжусь, что я сотрудничаю с такими замечательными музыкантами. Дело в том, что у каждого композитора есть какие-то особо дорогие для него сочинения. Как правило, это именно те, которые подвергались запрету на многие годы. Так вот, действительно, на секретариате Союза композиторов СССР в 1971 году это сочинение было запрещено к исполнению и изданию одновременно совершенно безобидным тональным циклом романсов на стихи Анны Ахматовой. Виталий Кнутославский, благородный, очень высоко чтимый композитор, узнав об этом, взял партитуру, переслал ее в Кливленд. И кливлендский квартет в течение 70-х годов играл это и в Карнеги-холл, в Лондоне, в Париже. Всех городах, все исполнялось в городах Европы, кроме нашей страны, где, однако, квартет имени Танеева тоже пропагандировал. И здесь, в зале, в малом зале Московской консерватории, где-то в 1974 году он это играл. Thank you.